22, один человек на крыше. Требуется срочная эвакуация. Подгоним, сразу присядем. Или сразу присядем. Раз, два, три. Еще чуть-чуть. Людей эвакуируют при помощи плавсредств, надувных лодок, а также транспортеров, которые вмещают в себя до 50 человек. Эвакуация проводится постепенно, проезжается улица за улицей. Также людей оповещают через громкоговорителей. Мы рекомендуем жителям прислушаться к советам сотрудников МЧС и все-таки покинуть опасную зону, потому что сейчас вода постепенно прибывает и ожидается, что она будет прибывать еще в дальнейшем. Сейчас вот развилка. От развилки 200 метров. Ну вот туда идти как раз метров. Да, 4, да, 4, как раз половину. Да. Да. Вы... да. 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 Сейчас, Витя, вы ее же там этот, что-то по воде. Так, что, идти прямо, 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 да. О, 5 человек, 4 человека. Очередной порыв дамбы в старом городе Орске, и вода прибывает уже в поселок Никель и на улицу Борисоглебская. Проводится эвакуация, здесь работает сводная группировка. Сегодня, 7 апреля, паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления, в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжится отключение электроэнергии. Если это произошло, значит, нужно немедленно эвакуироваться.